Дневника Рекса Шанса. 8 июня 1937 года. В течение многих лет я считал, что моего отца нет в живых. Известный ученый, доктор Эрик Чайников, исчез почти 30 лет назад, после того, как его изгнали из сообщества ученых. Все, что я о нем знаю, я почерпнул из этих вырезок из газет. Я никогда не был удовлетворен этой скудной информацией. Но сегодня я получил письмо, которая перевернула всю мою жизнь. Мой дорогой сын, наконец-то я нашел тебя. Я живу на этих островах и работаю в изгнании на протяжении многих лет. Я сделал это, чтобы защитить и тебя, и себя. Но я старею. Думаю, у меня в запасе есть еще много лет, но я не хочу испытывать судьбу. Я хочу увидеть своего сына, пока еще не слишком поздно. Аптон Джулиус, человек, который спас мне жизнь и был моим доверенным лицом все эти годы, нашел тебя по моей просьбе. Я хочу, чтобы ты узнал правду. Твой отец, доктор Эрик Чайников. Отец поселился на маленьком и холодном каменистом островке, расположенном в южном полушарии в восточной части цепочки островов архипелага Варьетас. Эти богом забытые, никому неизвестные острова протянулись на 1000 миль, затерянные в безбрежных просторах южной части Тихого океана. Эти острова принадлежали богатому промышленнику Аптону Джулиусу. The building had been deserted. There were no signs of my father. Thank you.
are beautiful, aren't they? They're products of the Sigma technology. The perfect blending of two separate animals. Far superior to anything you'd find in nature. Interesting, pets. Look, I'm obviously in the wrong place. I'm looking for a man. Yes. You're here to find Dr. Chanikov, your long-lost father. What's going on here? Who are you? Upton Julius at your service. Upton Julius? Aren't you a friend of my father? Where is he? You should be more concerned about yourself, Mr. Chan. Well, I've got no quarrel with you, so you can call off your crossbreeds. Crossbreeds? So narrow-minded. The Sigma technology does far more than crossbreed. It combines fears, Miss Chance. Compounds terrors. A fact you'll understand soon enough. Collect him! He must be alive, but he needn't be intact. Easy. Stay back! Huh? Interference and betrayal, and I will have you, Mr. Chance, regardless. Я не знаю, кто вы, мисс, но спасибо. Я доктор Люси Уиллинг, друг и коллега вашего отца. Вы знаете моего отца? Где он? Да, я... Что это было? Черт, вентиляторы перегрелись. Похоже, мы сожгли несущий винт. Чем я могу помочь? Просто держитесь крепче. Вы так всегда приземляетесь? Вот этого не надо, мистер Шанс. О, моя лаборатория! Мне вовек не починить всего этого. Извините, что причиняю вам столько беспокойства, но хотелось бы узнать, что здесь происходит. Я вам все объясню, но сначала вы должны мне помочь, если, конечно, вы хотите остаться в живых. Вы спасли мою шкуру. Я буду счастлив помочь вам, чем только смогу. Мне потребуется время на ремонт лаборатории, чтобы мы смогли убраться с этого острова. Но головорезы Аптона будут нас искать. Здесь недалеко есть деревня. Они не питают особой любви к Джулиусу и его людям, поэтому, возможно, мы сможем рассчитывать на их помощь. Также проверьте, есть ли поблизости какие-либо животные, и используйте дротикомет, чтобы собрать их ДНК. Мы сможем использовать эти ДНК для создания гибридов, которые будут нас защищать. Хватайте дротикомет и радио и принимайтесь за работу. Новая цель, босс. Нам надо создать гибридов? Вы имеете в виду таких, как те монстры, что напали на меня? Да, гибриды — это чудо современной науки, а совсем не монстры. Готов. Огромные когти, ядовитый хвост. У меня нет с собой карманного словарика, но, по-моему, монстр — вполне подходящее определение. За дело. Нет проблем. Уже выполняю. За дело. За дело. Уже выполняю. Похоже, у нас есть... Цель выполнена. Отлично поработали, босс. Животные обозначаются на мини-карте серыми точками, поэтому вы всегда можете определить их местонахождение. Цель выполнена. Отлично поработали, босс. Приветствую. Что вам надо? Вы отлично говорите по-английски. Я есть друг. Я нуждаться в помощь. Я так и знал. Наша волшебная летающая машина сломалась. Вы имеете в виду тот летающий паровоз, который ваша подруга прячет здесь уже целую неделю? Мы собирались поговорить с вами об этом. С тех пор, как она здесь появилась, у нас от этого сплошные неприятности.
Двое мужчин ищут ее. Они насылают каких-то мерзких тварей, которые крушат наши иглу и пожирают наших собак. Нам пришлось разжечь костры в ущелье, чтобы отгонять их и остаться в живых. Но у нас заканчиваются дрова. Рядом с нашим храмом околачивается огромная тварь, пристрастившаяся пожирать наших собак. А у нас почти совсем не осталось собак. Так почему бы вам не помочь нам и не убраться отсюда? Поверьте, мы делаем все возможное. Послушайте, вы упомянули двух мужчин, которые охотятся за той женщиной, которая здесь со мной. Если я помогу вам расправиться с этими монстрами, вы расскажете мне то, что вы о них знаете? Почему бы и нет? Но нам надо спешить, у нас мало времени. Что дальше? Уже выполняю. Если вам потребуется узнать, что делать дальше, просто щелкните кнопку цели. Рекс Шанс? Люси, те крестьяне сказали, что вы здесь уже неделю торчите, и вас ищут какие-то люди. Во что я ввязался? Около недели назад объявился Джулиус и забрал вашего отца. Я была в отъезде в исследовательской экспедиции, и мне удалось избежать захват. С тех пор Джулиус ищет меня. Но почему? Честно говоря, я не знаю. Все это началось вскоре после того, как... ваш отец послал вам письмо. Вот почему я знала о вашем приезде. Я надеюсь, вы поможете мне найти его. Он очень много для меня значит. Для меня тоже. Я сделаю все, что смогу, но как нам отбиваться от мутантов Аптона? С помощью наших собственных гибридов. У нас новые цели. За дело! Ради науки! Сделаю сейчас же! Рекс Шанс, к вашим услугам! Гибриды, такие как у Джулиуса, продукт технологии Сигма. Это то, над чем мы с доктором Чайниковым работали в течение нескольких лет. С помощью этой лаборатории мы можем использовать ДНК животных, которые вы собрали, чтобы создать гибридов для защиты нашей базы. Нажмите кнопку «Управление армией», выходите в раздел «Производство армии» и создайте несколько гибридов.
Отлично! Теперь вы сможете производить гибридов такого типа в генераторе существ, когда только пожелаете. Ну, до тех пор, конечно, пока не закончатся ресурсы. Замечательно. Следует послать нескольких гибридов защищать деревню. Их костры уже догорают. Что мне делать? Рекс, может, нам нужно создать более сильных и крепких гибридов? Щелкните лабораторию. Нам доступна новая ступень развития, которая позволит нам производить существ второго уровня. У нас новые цели. Нам понадобится добыть ресурсы, чтобы произвести наших гибридов. Тут недалеко есть угольная шахта, в которой мы можем добыть угля. Чтобы отправить меня добывать уголь, просто выберите меня и щелкните угольную шахту правой кнопкой. Или вы можете осуществить эту же задачу, используя панель задач. Развитие до второго уровня завершено. Цель выполнена. Отлично поработали, босс. Костры почти потухли. На наших гибридов напали. 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 На наших гибридов напали.
На наших гибридов напали! На наших гибридов напали! Цель выполнена! Отлично поработали, босс! Запасы угля в этой угольной шахте исчерпаны. Теперь, когда мы разобрались с теми гибридами, скажи мне, что ты знаешь о тех людях. Ну ладно, они находятся на соседнем острове. Вода между островами замерзает по ночам. Вот тогда они и посылают своих мутантов. То есть к утру нам, возможно, составят компанию. Люси, мы успеем чиниться к этому моменту? Да, но у нас недостаточно топлива, чтобы поднять лабораторию в воздух. Топливо? На другом острове полно топлива. Отлично, спасибо. Да не за что. Все, что угодно, лишь бы от вас побыстрее делаться.